Это человек, который всегда работает в команде. Это не заполитизированный человек, вот в частности вообще, никакой там партийной организации не состоит. Это человек, который всю жизнь тренировался, причем все победы доставались легко. Я знаю, как она тренировалась, я присутствовал при этих тренировочных процессах, ездил на сборы, видел, как она тренируется, видел, какой коллектив с ней работает. И я уверен, что если человек придет, то за счет характера, за счет своих способностей лидера, просто выведет, во-первых, человека знают в мире, во-вторых, в Украине. В любом случае будут подтягиваться средства легче в Украине. Потому что я не думаю, что вот этот предыдущий оппонент, вот он мог это сделать, за счет, он, конечно, говорит, что я там руководил школой, руководил тем. Но у этого человека недостаточно способности для того, чтобы действительно средства в Украину потянуть и развернуть. Ира, без того, что ее финансируют, за свои деньги, по всей Украине ездила, проводила семинары, занималась с детьми, поднимала деток, вот я видел, которые работают. И когда она заходит, действительно люди тянутся. Деток просто куча, не только деток, а куча родителей вместе с ними. И действительно спорт в Украине поднимается. Знаю, что такие акции были в Ивано-Франковской области, постоянно они проводятся в Хмельницком, постоянно она ездит в Киев. Вот, то есть человек, который, ну, его все знают, проводится куча роботи, даже не находясь не на должности. А можна питання? А пані Мерлені в курсі, що її сватають на цю посаду? Да, ну, я хотів. Вона готова, да? Вона готова. Я хотів запитання. Дякую.